Всем привет. Пашка проснулся. Маленький говнюк. Не знаю, как его сказать. Ласково. Ай-яй-яй. Я ему наложила свежего корма. И добавила кукурузки, которую сушила. И что вы думаете? Он взял всю кукурузу себе за щеки запихал. И сейчас пойдет к себе домой. Кушать, наверное. Хрустеть. Все, выбрал всю кукурузу. Ты посмотри, а? Какой, ай-яй-яй. Привела Серегу домой. Да, Серж? А сама сейчас побегу по магазин на Валберес. Сережа Пола пришла, футболка. Я ему заказала. Посмотрим, как она подойдет или нет. Ну, это же Илья. Открывай! Все. Всем добрейшего утречка. Я включила камеру. Знаете чего? Сегодня была ужасная. Блин, дождь на улице начинается. Сегодня была ужасная ночь. Настолько ужасная, что это просто словами не описать. Хочу вам рассказать. Серега, кстати, об этом ничего не знает. Я не чувствую, я сплю. Сплю я. Но я же уже много раз говорила, что я очень чутко сплю. Вот когда Пашка у нас в комнате был, я вот все слышу, как он в колесе бегает, где он там лазит, прыгает, бегает. Меня это не сильно напрягало, да? Но вчера, ну, на днях, я послышался мне шум. И сегодня, 1:30 ночи, слышу по батарее, кто-то прыгает. Представляешь? Я такая прислушалась. Я сначала подумала, что, может, знаешь, там, я не знаю, ну, фиг его знает, что там с просонью-то, я не поняла. Да сейчас, если бы был Пашка. Короче, прыгает, бегает, думаю, ё-моё, хлоп, спрыгнул с батареи. Я такая вскочила, ну, присела на кровати, вскочила, смотрю, а это мышь. Ты прикинь? Мышь? Да. Серая, обычная мышь. А ты же знаешь, как я боюсь мышей. Это значит, как ты пауков боишься, я мышей. Папа такой, ой, Пашка и мышь, это одно и то же. Я говорю, да ни хрена это не одно и то же. Я говорю, посмотри на Пашку. Он же классный. И мышь, блин. Она хлоп такая побежала. Думаю, блин, в комнате дверь закрыта. Это она сейчас будет бегать по комнате. Когда она начала бегать по комнате, я слышала цокот. Ну, видать, пальчиками там или чем она там. Ну, ноготочки вот это все. Ну, у меня же слух хороший. Вот. А потом хлоп и тишина. Я включила фонарь. Включаю фонарь на телефоне. Смотрю. А она у тебя по кровати лезет. Прикинь. Слышь. Да. Залезла к тебе на кровать. И я смотрю. И я ее боюсь. Я же боюсь их. И я ее боюсь. И я боюсь за тебя. И, короче, страх за тебя перетянул страх мышей. Я беру тапок твой. А она уже все ближе и ближе к тебе. Она же быстро бегает. И это... Я беру тапок. И она видит, что я ее сейчас садану тапком. Она попыталась прыгнуть. Представляешь? Да не на тебя, блин. А вообще отпрыгнуть куда-то от тапка. Но я ее тапком задела по касательной, оглушила или что, я не знаю. И она отпрыгнула, представляешь, она так отпрыгнула, наверное, где-то на метр, перепрыгнула аж стол, представляешь, туда, короче, к шкафу. Представляешь, как она отпрыгнула? С твоей кровати до шкафа. Вот, но я ее задела тапком, и она такая хлоп, получается, она прыгнула и упала. Я такая думаю, интересно, она сдохла или она просто лежит оглушенная? Я же не поняла сначала, это все быстро было. Собралась со всеми силами, переборола свой страх. И убила ее. И саданула еще и ей своим тапком. Ну, точно. Когда я уже своим тапком ее саданула, то уже точно она умерла, потому что я ей прям, ну, короче, там шлепок полный. Вот, думаю... А ты спишь, блин, как младенец, храпит там. И это, я такая думаю, надо же ее убрать, ну, думаю, что она будет валяться, а я не могу, ну, ты же знаешь, я говорю, я вообще, я, у меня просто, нет, я пошла к папе, говорю, так и так, я говорю, у нас опять мыши,
Папа, да ладно, да тебе показалось. Ну, все в своем репертуаре, знаешь, как обычно. Ой, да она не у нас, она там где-то. Я ему рассказываю, говорю, так и так, у нас в комнате лежит. Я говорю, я одну убила. Он говорит, как ты убила? Я говорю, тапком. Капец вообще. Короче, папа пришел, взял ее за хвост и спустил ее, выкинул в унитаз. Вот. Он такой говорит, ну, наверное, я, говорит, зашел и запустил ее. Я говорю, да нет, походу, ты не зашел, не запустил. Ну, как обычно, начал, что она с подъезда прибежала. Ни хрена она не с подъезда прибежала. Она вылежала где-то в районе батареи. Ну, я же слышала. А меня трясет. Я же говорю, я их боюсь. Меня трясет, у меня просто, я не знаю, что со мной было. Короче, я потом еще долго заснуть не могла, потому что я же не знаю, она одна или их много. Это жесть. Вот я сегодня точно не выспалась, потому что я сегодня полночи не спала, не могла заснуть потом очень долго. Время без 10:08, а я стою, жду, когда аптека откроется. В принципе, она уже пришла, но она еще и не открывала. Еще 10 минут погуляю. На улице плюс 10. Обалдеть, уже середина октября, а на улице плюс 10. С утречка. Что же я теперь буду делать, да? Неизвестно же, сколько там она одна, залетная какая-то, эта мышка. Я про мыши и все. Как я с ними борюсь? Так как, походу, я не знаю, вот так вот. Просто что я уже только не перепробовала. Самое действенное, это не мышеловки, конечно же, и не клеи там, а самое действенное, это перечная мята. Я сейчас вот как раз зайду в аптеку, куплю перечную мяту в флакончике и куплю шприцы. И шприцом буду вкачивать перечную мяту, я не знаю, в районе батареи, где смогу, все углы пройду, все дырки. И вот эта перечная мята, она отпугивает мышей, ну и всю вообще вот эту живность, где-то на плюс-минус полгода это действует, а потом опять. Вот такая мяты-перечная настойка. Угу. Сейчас я вот купила шприцы, блин, заставили меня целую упаковку купить. Говорит, по одному не продаем. Представляете, вот, где-то в этом районе я ее поймала, ну, тапком шибанула. И она прыгнула, тыдыщ, и аж вот сюда, представляете, до шкафа. Представляете, как они так прыгают? У Илюши завтрак, да, Илья? Да. А у Сережи обед. Кушаем как бомжи, короче, вместо черной или красной. Да. Иди в жопу. А я, кстати, люблю больше красную, я не люблю черную. Мне черная нравится, она на утку похожа по вкусу. Да ну нафиг. Мы сейчас будем, знаете, фильм смотреть какой? Называется «Телохранитель жены киллера». Делаем уроки. Сказали нарисовать любимого персонажа сказочного. Серега выбрал Винни-Пуха. Похож? Винни-Пух. Вот мы отсюда рисовали. Сереж сейчас сидит, разукрашивает. Да, Сереж? Ну что, быстрая распаковочка? Прям по-быстренькому. Всего моя покупка составила 2300 рублей. Я купила хворост 150 рублей. Мед цветочный. Мед цветочный. Кукуруза. В вакуумной упаковке они ее едят. Так, это чек. Сейчас. Потом я купила себе маслины без косточек. Дальше. Мне надавали кучу скрепышей. Ну как кучу? Четыре скрепыша. Илюхе купила Твикс. Твикс. Так, один пакет готов. Взяла стиральный порошок Досю. Почему я взяла такой порошок? Потому что мне было тяжело тащить большие сумки. А если еще порошок на 2-3 килограмма, то это еще тяжелее. Поэтому взяла такой маленький. Когда будет со мной или Андрей, или Илья, тогда я буду уже большой покупать. Домик в деревне сметана по акции. Американский хлеб. Илюха. Сэндвичи, говорит, да мы не ели. Семки Илье. Еще одни по акции. 1+1, по-моему, что-то такое. Так, я взяла себе хлебцы, а то я просто взяла сыр сливочный, и поэтому черный хлебушек, 50 рублей, по-моему, стоит. Потом я взяла вот такой салат спаржи, ну, спаржа, спаржа, по акции тоже, 99 рублей, что-то спаржа дорогая такая стала, ужас. Морковка с грибами, 50 рублей. Шоколадка еще одна, Милка.
Дезик. Леди спидстик. 140 рублей. Карбонат по акции. 89 рублей. Еще один пакет готов. И остался последний пакет. Взяла вот такое ассорти. Микс. Бедро, голень, крыло. В маринаде барбекю. Не знаю, никогда не брала, взяла. Что-то вот прямо захотелось, прикиньте. Дальше. Сливки вот такие. 22 рубля. Дальше. Помидорки взяла. Тофу. Это для американского хлеба. Сыр. Потом обычный сыр еще Тильзитер Данки. Акция 133, по-моему, рубля. И взяла, Пашка ж без нее не может, взяла айсберг. Айсберг-качанчик. Потому что Паша, я не знаю, по какой причине, он вообще никогда не пьет. Не пьет воду, поэтому ему нужно что-то такое, что содержит очень много воды. Это либо листья салата, ну, айсберг, либо огурцы. Вот я ему даю очень часто. Мы знаете во что? Я уже вот сегодня будет... Вчера первый день был. Сегодня второй день буду играть в Fortnite. Дети сказали, что Free Fire не очень. Но, в принципе, да. Fortnite мне больше нравится. Он такой мультяшный, такой всякие разные прикольчики здесь есть. Поинтереснее такое. Серега у нас играет на приставке. Илюха играет на своем ноутбуке. Да. А я играю пока с телефона, но сегодня или завтра, сегодня просто воскресенье, многие магазины на заказ не работают. Завтра, может быть, я хочу себе заказать планшет. Да, не ноутбук, а планшет именно. А мне один на один против. Знаете, какой хочу? Samsung Galaxy S6. А мы сейчас будем играть. Я пока играю на телефоне, но телефон мне жалко. У меня телефон ужасно перегревается, он горяченный, это раз. Во-вторых, экран маленький, мне плохо видно. Я тут думала-думала и передумала планшет покупать. И решила установить на компьютер. Посмотрим, мой потянет старикошечку, мою любимую. Моя любимая старикашечка потянет игру или нет. Посмотрим. Но планшет я решила не покупать.